В Бресте региональная конференция «Деловой интернет» собрала около 120 представителей компаний, интернет-магазинов, сайтов, маркетологов и специалистов отделов рекламы. Как правильно использовать ту или иную рекламную площадку? Каковы принципы электронной торговли? И какие интернет-технологии появились сегодня? Вопросы, звучавшие в ходе 4-й региональной конференции «Деловой интернет», еще раз доказывают. Число желающих разобраться в премудростях бизнеса в сети растет, равно как и значимость такой масштабной офлайновой встречи. В этом году сложившаяся экономическая ситуация диктует свои правила для бизнес-сегмента. Поэтому организаторы конференции сделали акцент на опыте компаний, которые для продвижения своей продукции стали использовать всемирную сеть. Как следствие, преодолели не одну кризисную ситуацию. Сегодня больше 5 миллионов пользователей в Беларуси. Огромное количество уже мобильных пользователей, которые пользуются интернетом с мобильных телефонов. И, ну, собственно, самое главное, то, чему посвящено мероприятие, интернет используется действительно уже как инструмент в бизнесе, не просто как средство общения и коммуникации, а как полноправный рабочий инструмент. Подобные конференции, они в любом случае позволяют в течение дня сфокусированно изучать эту одну тему. То есть в течение рабочего дня этому уделяется какое-то обрывочное время, ну, скажем, полчаса ты об этом подумал, потом другая задача, полчаса снова подумал. Здесь позволяет в течение всего дня проникнуться и для себя принять какое-то глобальное решение. Делать нам это или не делать? И уже если делать, то каким образом? Большое внимание на офлайновом мероприятии было уделено теме социальных сетей. Сегодня почти каждый второй зарегистрирован в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и в таком популярном интернет-приложении, как Инстаграм. Более того, сегодня около 90% белорусов – поклонники небезызвестного видеохостинга YouTube. Цифры говорят сами за себя. Визуальная подача информации вытесняет текстовую. Пользователи руководствуются принципом «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Однако зачастую дальше просмотра роликов, фотографий и непринужденного общения дело не заходит. А ведь социальные сети и видеопорталы – это прекрасная возможность для продвижения своего бизнеса. Именно об этом и шла речь на одном из мастер-классов конференции. Я буду рассказывать различные методики, об инструментах работы в этих сетях, потому что в каждой из них свои инструменты, свои особенности, как и аудитория, которая там присутствует, так и рекламных инструментов. А в некоторых из них нет рекламных инструментов, что накладывает особые, как бы, обязательства на участников рынка и на тех, кто собирается там присутствовать. Заинтересованность как организаторов проекта «Деловой интернет», так и представителей бизнес-сегмента говорит об эффективности данного офлайн-мероприятия. Участники узнали много нового в области IT-технологий и сумели разобраться в механизмах и инструментах многих сайтов и программ. Следующий город, который станет площадкой для региональной конференции – Витебск. В этом областном центре «Деловой интернет» состоится 22 мая.